Софья Старкова – одна из лучших флейтисток 7-й школы искусства. Она неоднократно побеждала на разных творческих конкурсах. Сейчас ученица 4-го класса умело играет произведения композитора Иоганна Адольфа Хассе. Такое приятное звукоизвлечение девочке помогает создать сам инструмент. Для этого он должен быть идеальной сборки. Три таких флейты закупили в школу в начале учебного года. Те инструменты, которые по гранту были приобретены для школы, они полностью соответствуют вот этим критериям. Дети берут, и у них сразу получается извлечь звук из инструмента. Инструмент не сопротивляется, он скорее помогает ребенку, и даже на вес эти флейты чуть-чуть легче. Кроме флейт, в школу искусств приобрели почти 40 духовых, струнных и ударных инструментов. Это скрипки, виолончели, балалайки, гитары, домры и другие предметы для музицирования. Инструменты очень достойные, хорошие. Мы работаем полгода, нареканий никаких не было, собственно, там все в порядке, все нормально. Инструменты, и еще, они все находятся на гарантии. Инструменты закупили по нацпроекту «Культура» на 17 миллионов рублей. Инструменты все новые, детям нравятся, они занимаются. И мы видим, что очень большой поток детей готов сегодня посвящать свое свободное время музыке, учебе на музыкальных инструментах. Это не может не радовать, только вот эта одна школа на сегодняшний день обучает 570 детей. Мы с мэром приняли решение о том, что еще добавляем немного муниципального бюджета для того, чтобы обеспечить и другие школы инструментом. Всего в 2022 году в три музыкальные школы Иркутска закупили 70 инструментов. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.